Прокуратура Емельяновского района взяла на контроль ситуацию с жалобами таксистов в аэропорту Емельяново. Сотрудники ведомства установили, что в районном МВД игнорировали заявления представителей служб такси на порчу автомобилей группы неизвестных лиц. Потерпевшие были вынуждены отказать от пассажирских перевозок, так как злоумышленники угрожали их здоровью. Всего было 50 обращений. Несмотря на все это, полиция оставляла жалобы без внимания и не проводила следственных мероприятий. После прокурорской проверки два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас в следственных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При изучении имеющихся материалов установлено, что на протяжении длительного времени группа лиц осуществляет действия по принуждению к отказу водителями различных служб, такси, сделок по перевозке имущества, чем существенно причиняется вред правам и законным интересам потерпевших. По результатам материала проверки прокуратуры района направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных лиц в связи с совершением преступления, предусмотренного статьей 179 Уголовного кодекса Российской Федерации.